Совсем не православно отметил Пасху посетитель сауны на улице Заводской. После банных утех мужчина и еще две любительницы легкого пара поехали по домам на одном такси. Так дешевле, однако поездка прервалась уже возле дома пассажира. Он поссорился с таксистом, не заплатил ему и разбил ногой стекло. От этой наглости ошалели даже пассажирки. Они задержали хулигана и не дали ему уйти домой до приезда полиции. С участниками конфликта пообщалась наша съемочная группа. Водителю 14-й Евгению с трудом удается сохранять самообладание, хотя желание проучить дебошира огромное. По словам Евгения, от сауны на улице Заводской он подвозил мужчину и двух девушек. На улице Красного Химика нетрезвый пассажир отказался выходить из машины и платить за проезд. Я вышел, просто оттолкнул, все, он с ноги. По словам пассажирок, после удара они задержали буйного Даниила, который уже засобирался домой, и вызвали полицию. Мы его не отпускаем, стоим, ждем. Только, пожалуйста, не надо. Вы две девушки его держите там, да? Да. Даниил тем временем все отрицал. Я заплатил за проезд, да, человеку. И меня девушки сейчас остановили и сказали, что я за стекло должен. Ну, блин, ну... Ты только что недавно рассказал другое. Ну, что я, блин, рассказал? По словам пассажира, таксисты и девушки всех обманывают, якобы стекло разбил кто-то другой. Ну посмотрите, вот у этого мужчины честные глаза. Вот ну как ему не верить? Ну посмотрите. Ну а я? Вы посмотрите, мои честные пьяные глаза. Ко всему прочему, девушки обвинили Даниила и в том, что он их избил. Зайчка, милая, ну что ж ты такое говоришь? Ты меня, козел, помнишь, меня в сугробе бил? Где у тебя синяки? Чтоб я тебя избил. Да ты козел, я не такая, чтоб я тебя избил. Да ты такая красавица, и я тебя избил. Ну что ж ты такое говоришь-то? Ну, девушки потребовали с мужчины компенсацию за моральный и физический вред. Дай-ка мне денег-то. Ай, пошли ко мне. Таксисту лучше отдать деньги. 100 рублей ты дал, блядь. Я ему рассчитался уже. Нет, за стекло, за стекло. Угу. Нет, за стекло я не буду рассчитываться. 15 косарей не хочешь? Потому что... На камеру не было снято. Даниил заявил, что стекло таксисту разбили девушки. Да, это вот это, две девушки. Да мне не нужно, у меня свои есть, если надо. Пассажирка обвинила мужчину в жадности, но и у Даниила были свои претензии. Ты мне, пожалуйста, даже полтинник. Какой полтинник? Ты мне что, отсосала или что? Ты мне что, отсосала? И твоя подруга отсосала, б***ь. Мечтай, не, откуда выгораживаешь? Вот давай-ка на камеру-то. Далее мужчина перешел все границы и оскорбил попутчиц. Вы проститутки. Она бы разобралась. Потому что вы проститутки. Вы проститутки. Мужчина, ну перестань, ну как-то. Сегодня святой праздник. Пасха. Кстати, да, ты покрасил яйца, что? Я свои яйца покрасил. Ты не про какую соль? Козел. Стало поспокойнее, когда приехали сотрудники ППС, но и в общении с ними Даниил все отрицал. Не вы, да? С ноги, так. Не вы говорили? Так. Пройдемте. Ты лучше признай. Я скажу, что нет. Сейчас подожди. Я этого не делал. Пассажира увезли в отдел полиции, девушки уехали домой на другом такси, а Евгений стал дожидаться участкового, чтобы тот зафиксировал повреждения на авто. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.